Перегрузили слегка, да?
И у нас есть хорошие новости для всех. На самом деле, хотите хорошие новости? Хорошие новости то, что скоро будет весна у нас. Сегодня уже погода благоприятствует. Официальная весна будет 10 февраля. Это называется Васанта Панчами, день официальной весны. Ну, как бы, в ведическом календаре несколько приходов весны. Первый, это первый вестник, это Васанта Панчами. И вообще зима не длинная. Начинается с Одана Шашти, такой весь день, в конце декабря, до Васанта Панчами. Полтора месяца. Самый холодный месяц – Мак. Хорошо, тогда продолжим нашу космическую экспедицию к небесным обителям. Из Journey to Other Planets. И у кого такие остались насущные вопросы, незавершенные, ну, такие несложные, если концептуальные, можно потом разобрать. Кстати, предлагаю всем читать индивидуально вперед главу, для того, чтобы быть в курсе дела. И уже половина вопросов отпадет, затем будет обсуждение. То есть, ну, будет контекст, формат другой, обсуждение будет хорошее. А все будут включены, иначе будет просто... И другой момент, что мы будем идти, иногда я могу перепрыгивать через какие-то тексты. Если кто-то привязан к чтению, вот этому, к ритуальному, то может быть, поэтому лучше прочитать до нас самим, пройти все. И тогда, ну, не будет, так сказать, какой-то недоверенности. Окей. То есть мы сегодня начнем с третьего раздела. Практически мы закончили там те тексты. Третий раздел у нас «Величие Солнца» с 43 по 46 заканчиваю 20 год. И перед тем, как начнем, тут одна существенная деталь, которую высказал Вишна Чакрадитакур. Это деталь в том, что, оказывается, Бумандала, Гулока, она не 500 миллионов йоджан, как говорилось. 500 миллионов йоджан, для сведения, это 6,5 миллиардов километров. Это Бумандала, да? Оказывается, она по его, по каким-то вычислениям, она соответствует 493 миллиона йоджан. Со всеми океанами, островами и горами. Поэтому освобождается, то есть она не упирается в стены этой Вселенной, а есть зазор. Зазор. И есть свободное пространство. Ну, не спрашивайте почему, ведь я не знаю, вычислениям оно не соответствует, но он так пишет. А зазор составляет 1 миллион 700 тысяч йоджан со всех сторон. То есть зазор между облачками Вселенной и Бумандалой. И это позволяет Ананда Шеши поддерживать Бумандалу, а слонам балансировать. То есть если бы она была укреплена жестко, да, зачем тогда были бы слоны или там Ананда Шеши, которые поддерживают все планетарные системы? Почему? Потому что на Бумандале покоятся остальные, и внутри нее также, видите, это слоеный пирог, внутри нее также входят ярусы, уровни существования, мироздания. И также он говорит, что было бы невозможно тогда Варахе, Варахадеву, поднять Бумандалу океана Гарбхадака. То есть когда она завалилась, она так накренилась, она так, знаете, так в океан просела. Он ее поднял и опять установил туда, где она стояла. Если бы она была жестко, да? Сразу вопрос, да? Угу. Ну, если люстрация... Ну, землю держит, да? На самом деле это диск весь упал. Угу. Да. Это объясняет точно очень. Окей, поэтому слоны это не индийские и даже не африканские. Это большие, колоссальные такие слоны, космические. Там где-то будет размер приводиться.
или, может быть, в какой-то пуране приводилось, я даже не знаю, может, это Мукбара, что на самом деле гора Лока-Лока, которая блокирует свет, падение света, выход света Солнца за сферу трех миров, она у него находится между ног. Опять же, не спрашивайте. И говорится, что у нас землетрясение не из-за того, что какие-то смещения этих самых пластов, да, происходят в геологии, а из-за того, что слон, у него зачесалась спина, он чуть пошевелился, и отсюда землетрясение. Также версия ученых по поводу приливов и отливов, это не то, что фаза Луны сменяется, а то, что Курма дышит, Курма дышит, он дыхает и дыхает. А он что, вместе с Луной дышит? Почему Луна? А потому что, когда полнолуние, тогда определенно поднимается вода. Ну это же ученые говорят, это говорит Бхагаватам. Поэтому трудно состыковать Луну с его дыханием, правда? Поэтому я ее оставлю. Окей, третий раздел начинаем с эпиграфа. Эпиграф будет у нас из 11 песни. 24-28, где говорится, что просто с восходом солнца удаляется темнота в небе. Подобно этому, научное знание космического проявления удаляет всю иллюзорную дуальность из ума серьезного студента. Даже если эта иллюзия в какой-то мере входит в сердце, то она не будет оставаться там долго. Начнем с Мангалачарамы. Омагьянти мирандасья гумарачакшмуритамиандасмайшитвэйрмаха Шрирупам Сарджатам 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 Кришна Чайтанья Дева Шрирада Кришна Падан Сарджатам Падан Ширшакам Випанча Эй Кришна Каруна Синду Дина Бабру Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намоспате Папта Канчана Горанге Рады Виндарами Шори Брикша Бабру Сарджатам Прадам Мати Харибе Ванча калпата кукеща, крипа синдудевача, патитана бхаваникью, отслабишнави храмома. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасани Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намасте Сарасвати Деве Горавани Прачарине Нир Мишеша Шунявани Паштете Дешите. Читаем 43-й текст. А глава какая? 20-й, все та же. Я прочитаю санскрит. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Рай намаскритя. Рай намаскритя. Рам чайва нараттама. Рам чайва нараттама. Рим сарасватим яса. Рим сарасватим яса. Доджаям удирае. Доджаям удирае. Анда матхиагата сурьо дай абхуньо риатантам сурьянда глайо матхи котяксю панча вимшати. Читайте перевод. Давайте вместе прочитаем. Если посмотреть по вертикали, Солнце расположено в середине Вселенной, в области между Кубар-Лока и Кубар-Лока, которая называется Антарикшей космическим пространством. Расстояние от Солнца до края Вселенной 25 кватиюджи, 3 миллиарда 300 тысяч.
местоположение Солнца установлено, оно находится посередине Вселенной, по вертикали, если смотреть. То есть Вселенная на форме яйца, андаголока, то есть яйцо, оно немножко к полюсам растянуто, то есть это не круглый шар. Поэтому середина будет измеряться сверху вниз. Эллипс. И оно находится в области антарикша. Антарикша значит антар, внутреннее, расстояние во внутреннем пространстве, в середине. Между, антареш, между, и антарикша это расстояние между областью. Гуру. Областью Бхуру и Бхува Лока. И расстояние до края, до краев Вселенной описывается здесь как 25 коти йоджан. Коти значит 10 миллионов, умноженное получается в сумме 3 миллиарда 250 миллионов. И здесь дается как бы размеры Вселенной, также можно установить, то есть, исходя из простой калькуляции. То есть получается 6 миллиардов с половиной. 500 миллионов километров это, опять забыл, радиус или диаметр, что это? Диаметр, да? Диаметр вокруг, а радиус это от центра до окружности. То есть таковы размеры Вселенной. Ученые ломают голову до сих пор никаких цифр. Ну, опять же, много разных теорий. Поэтому в этом плане здесь есть точные характеристики, в этом ценно Бхагаватам. И читаем следующий текст. Кто это прочитает? Прочитай перевод. Получается. 44-й читаем. 44-й. Бога Солнца называют Вайраджей, совокупным материальным телом всех живых существ. Во время сотворения мира он вошел в безжизненное яйцо Вселенной, поэтому его еще называют Мартандой. Кроме того, он известен под именем Хираньягарбха, так как получил свое материальное тело от Хираньягарбхи, Господа Брамы. Бога Солнца есть разные имена. Здесь указано 3 имени. Первое – Вайраджа, что значит совокупное материальное тело всех живых существ Вселенной. То есть оно имеет совокупное материальное, грубое и тонкое, также говорится. Также его называют Мартандой, тот, кто входит в мертвую Вселенную. То есть он входит в, скажем, первой фазе творения, сарга, то есть он входит во Вселенную и занимает свое положение в безжизненное яйцо Вселенной. Также его называют Хираньягарбха. Хирань – это золото, да, гарбха – это утроба. Иногда Господа Брама называют Хираньягарбхой, иногда Господь Вишну назван также таким именем. Поэтому иногда Бога Солнца называют Вайраджа Брамы. Почему? Потому что он получил тело от Брамы. То есть Брама творит все тела. То есть он инженер Вселенной. То есть он действует по плану Господа. Уже есть план, да, то есть есть блюпринт такой на тонком плане. Уже Брама ничего не творит, он просто воссоздает уже, как бы действует в соответствии с планом Господа. Он создает 8 миллионов 400 тысяч форм. 84 лакха. Где есть Манушья Четурлакшма, 400 тысяч форм человеческих, есть, сколько там, 9 лаков есть Джаладжа, это морские, 11 лаков Рудра Крамая, это пресмыкающиеся земноводные, затем есть 2 миллиона ставара неподвижные, 1 миллион пакшинов, это птицы, и 3 миллиона пасвара, это млекопитающие, четвероногие.
И помимо этих имен существует у Бога Солнца больше имен. На самом деле, говорится, у него 12 имен в соответствии с месяцами. Да? И это доказывает одна лила, которая произошла здесь во Вриндаване, недалеко от второго русского дома, да? Который называется Двадашевития Тила. Это холм, где Мадана Махам там расположен. Там Суеда вот проявил Двадашевития, то есть это 12 Двадаша форм на этом Тиле, на этом холме, чтобы погреть Кришну. Когда Кришна немножечко замерз, после того, как он резвился со змеем Кали неподалеку в озере Калия Храда, как оно называется, метров, так сказать, 500 от Двадашевития Тила. То есть, ну, есть разные имена, он проявил 12 форм, для того, что аж Кришна немножко вспотел, когда он грелся. То есть он перестарался, ну, так, 12 форм, солнце, слава. И Кришна вспотел, и там даже образовалась другая кунда, которая называется Прашканда кунда. Это же Адития Тила, да? Адития, да. Адития. Дети Адития. Да, Дити, Адития. Это значит сыновья Адития. Это да. Божественные личности. А Адити произошли, соответственно, Дановы и Дайти. То есть из линий которых мы, так сказать, происходим. Uh-huh. Шутка. Прохлад Махараш тоже из этой линии, очень хорошая линия. Могут быть хорошие преданные. 45-й текст. Просто можно маленькое напоминание преданным, что как мы договаривались, если мы вопрос какой-то задаем, давайте будем поднимать руку, придерживаться тех правил, которые мы обговариваем. Хорошо, чтобы у нас был какой-то регламент, культура и уважение. Алину. Если какие-то пояснения, то, в принципе, я понимаю, никаких проблем. То есть можно помогать. Да нет, все нормально. Так, 45-й, а кто читает по очереди? О царь, Бог Солнца, и само Солнце делит пространство Вселенной на стороны света. Только благодаря тому, что светит Солнце, мы можем понять, что такое небо, что представляют собой высшие, средние и низшие планеты, какие миры уготованы тем, кто ищет материальных удовольствий, какие тем, кто стремится к освобождению, а какие относятся к подземным и адским. И здесь описывается роль и задача, выполняемая Солнцем. То есть оказывается, Солнце, оно делит все пространство Вселенной на стороны света. То есть мы только благодаря Солнцу можем все это понять, что есть существуют стороны света, есть 4 стороны света, есть также поднаправления, да, то есть всего 8 сторон. Также есть зенит и адир, да, по-моему. Вверх и вниз, то есть итого 10 сторон во Вселенной, 10 сторон. То есть это все делает Солнце. И также Солнце дает назначение разным живым существам, да? Какие миры уготованы, в конце концов. Да? То есть кто ищет материальное удовольствие, соответственно, с этой программой отправляется в те области. Да? То есть кто ищет освобождение, соответственно. Да? А также, ну, кому предназначены подземные, адские, вот, то бишь, райские миры. Также это в юрисдикции Сурья, Солнца. То есть Солнце распределяет очень большие задачи для Солнца. Потому что Солнце – это колоссально важная планета. И следующий текст мы как раз описывает величие Солнца. Провозглашает его. Давайте прочитаем. Жизнь всех существ, полубогов, людей, животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся, растений и прочих, зависит от тепла и света, исходящих от солнечного шара по воле Бога Солнца. Именно благодаря Солнцу все живые существа обладают способностью видеть, поэтому его называют Дрик-Ишвара, Божеством зрения. Замечательно. То есть Бог Солнца, оказывается, управляет всей Вселенной,
является источником жизни для всех живых существ. Его называют оком Господа, то есть он дает зрение другим живым существам, и сам он является оком, глаз Бога, то есть луна, говорится, второй глаз. Царь всех светил, обладает неисчерпаемыми запасами энергии, света, да? То есть, ну, это колоссальная энергия, представляете, он светит на протяжении миллиардов лет и не тухнет, да? То есть, практически это безграничные запасы, да, энергии. То есть человечество ищет альтернативные запасы энергии, на самом деле, где мы можем их взять? Солнечная энергия, энергия ветра, энергия приливов, отливов, да? Энергия воды, то есть это колоссальные источники. Почему? Потому что это неисчерпаемые запасы, то есть это практически духовное. То есть солнце, этот свет, это практически духовное, это сияние Брахмана. Иногда говорят, что это манифестация Брахмана в этой вселенной. И также говорится, что это проявление Господа Нарайана, то есть его ипостаси Сурья Нарайана называется. То есть они тесно связаны, Сурья и Нараяна, поэтому иногда называют Сурья Нараяна. В силу того, что сверхдуша Солнца, но также Нараяна. У него особый статус. Да? То есть Сурья Дет это просто как такой, как это сказать, вице-менеджер, такой как это, директор, заместитель. Да? То есть, основная сила, основная управляющая божество – это Сурья Нараяна. А вот Бог Солнца, вот он говорится, что он вошел в вегетальное яйцо, когда оно было сотворено, в начале творения. То есть он не относится к той первой группе полубогов, которые были созданы Господом Брамой. То есть он является как бы главным. Да. Он не является, не входит. Он в особой ипостаси, да? То есть это непосредственное воплощение Нараяна, да? Сурья Нараяна. И это, ну, как бы, я так понимаю, что ему надо было подготовить, так сказать, ситуацию во Вселенной для входа остальных живых существ. Иначе, ну, как без света и без солнца, и без тепла, то есть живые существа там не выживут. То есть эти все формы, они умрут. Поэтому Бог Солнца сначала зашел, как Хираньягарбха, распространил на всю свет. А вот иерархия какова? Вот он между Богом, скажем, полубогом Индрой и Господом Солнцем, вот Вивасваном. Вот какова иерархия? Кто из них выше? Да, тут трудно сказать. Там соперничество между ними. Трудно сказать, тут у каждого своя, как бы, свой аспект уполномоченности. Это овеши, это особые, ну, это как бы, это випхути Господа. Это не обычные полубоги, это випхути. То есть иногда сам Кришна приходит, чтобы занять должность Индры, когда не до подходящего. Мы знаем, одна из инкарнаций Вишны – это Ягья. Он приходил, чтобы воплотиться как Индра. Потому что, ну, Индра – это трудно, это очень серьезная позиция. То есть надо совершить 100 Ягьи Ашваметха, а золото на одну Ягью надо столько, сколько оно. Размеры гималайских гор. То есть только золото надо на одну ягью. Бог Солнца, он подчиняется Господу Брахме. Ну, я не могу сказать точную, так сказать, иерархическую субординацию. Но это Сурья Нараяна. Ну, как бы Брахма, он уполномочен, он первое живое существо. Да? То есть, ну, по-видимому, Брахма это самый-самый. Во Вселенной, да. Опять же, влияние Дурги есть. Тут как бы, ну, то есть тут все запутано. Дурга Деви, она могущественная, да. То есть она изначально есть, ну, как бы, олицетворение всей материальной энергии. И есть та, которая здесь, в этой Вселенной, да, представлена. Затем Господь Шива тоже, его положение тоже очень, очень особое, да. То есть как бы Брахма, он говорится по умолчанию, он как бы духовный учитель всех живых существ, он как бы творец всего, он инженер Вселенной. Но на самом деле много других личностей, которые даже в юрисдикцию Брахмы не попадают. Поэтому тут как бы татва такая очень многослойная.
Поэтому божество Солнца достойно поклонения. Упасая, говорится. Да? То есть ему поклоняется, мы читаем мантру Гаятри, Ом Бурбуа Свахта Царитур Вариньям Прабуда Васильдимих и Дивина Прочудер. То есть тот, который дает свет всем трем мирам. Это образ Всевышнего, это образ всей благости, да, или как там говорится, воплощения. То есть, и мы медитируем на него. Да, то есть все брахмы, браманическая культура построена на том, чтобы медитировать на Бога Солнца для того, чтобы обрести глубину медитации на Верховного Господа. То есть он дает эту связь. И он даже прославляется самим Господом Брахмой. Он прославляется Брахма Самхитина. И Ачашурева Савитаса Кала Абриханам Раджа Самаста Сура Муртир Виш Ашеши Теджас. Вежна Яся Жна Я Бхарамити Бхарамити Самбрита Кала Чакра Говинда Мани Пурушин Там Амбали. То есть он прославляется даже Господом Брахмой в связи с Говиндой, да, который полностью контролирует, и он дает, ну, так сказать, энергию, он дает, благословляет, скажем, дает крипу, милость для того, чтобы Солнце двигалось по этой оси Кала-чакры, да, по колесу времени, и ни на микрон не уходило. Да. То есть это все Кришна устраивает. Непостижимо. Хорошо, на этом заканчивается комментарий Бхактивинанты. 20 главе 5 песни Шримад-Бхагаватам называется «Устройство Вселенной». Поздравляем всех с окончанием 20 главы. Хари-го. Какие-то вопросы есть по 20 главе? По тексту. Ну, это необитаемая область, которая находится за пределами. Которая находится за горой Лока-Лока, да, которая делит вот эту половинку Бумандалы. То есть это ровно половина от конца Вселенной до последней двига Пушкар-двига. То есть вот эта горная гряда Алока-Лока, да, то есть она делит ее. Причем эти горы огромные, как мы уяснили, то есть они идут от Бумандалы аж до полярной звезды. Да. Вот такая высота у них. То есть вот здесь полярная звезда, да, то есть вот такая высота у них. Можете себе представить. И та территория, которая лежит за этими горами, да, то есть Алока-Варша, да, то есть это абсолютно необитаемая область, там не живут существ. Почему? Потому что там нет условий для существования, нет солнца, нет гун природы даже, говорится. То есть там разряженная обстановка, разряженный воздух, как в Гималайи, понимаете, там разряженный. То есть как бы уже не хватает кислорода там. То есть гунны, то есть в чем как бы, ну, там разряженность в том, что гунны убивают. То есть постепенно это приближается к оболочкам Вселенной. А оболочки Вселенной, там уже как бы, ну, процентное содержание материи меньше, плюс добавляется шудха-сатва, чистая гуна благости. То есть постепенно это, ну, переходит в трансцендентную реальность. То есть, даже говорится на высшей планете Сатья-Локе, там по одним из данных, я как бы не берусь точно утверждать, там, по-моему, от 5 до 10% остается гун природы, а остальное все шудха-сатва. Да, на Брахма-Локе. То есть примерно та же ситуация здесь, то есть как бы, ну, разряженность гун уже наступает. А здесь все концентрированные гуны, видите? То есть за этой горой тут гуны природы усиливаются. То есть страсть, невежество прибавляется к благости, да? И как бы, ну, все это покрытие усиливается. Материя концентрируется, плотность, да, увеличивается. Так, мы переходим к 21 главе, да?
21 глава у нас. Окей. 21 глава, движение солнца. И у нас структура главы вам нужна? Да. Есть три раздела, 19 стихов. Очень короткая глава, но очень техническая. Она потребует, вообще она требует, наверное, много времени, но так как мы в технических деталях не очень заинтересованы, то есть мы будем быстренько ее. То есть с 1 по 6, первого раздела, он говорит о движении Солнца под абсолютным контролем Верховного Господа. Первое, да? Есть? Второй раздел с 7 по 16 описывает дневное движение Солнца. Дневное. И третий раздел с 17 по 19, здесь 4, 3 даже стиха, коротенько, описывает, как мудрецы Валакии поклоняются Богу Солнца. Там еще есть подраздел один с 12 по 15, 4 текста, это описание колесницы, устройства колесницы Бога Солнца. Окей, начнем тогда наше чтение. Да, глава достаточно техническая, то есть она в основном описывает движение через зодиакальные знаки, восход Солнца, потом заход его, то есть разная скорость движения, то есть смены дня и ночи, то есть отсюда все эти феномены, которые происходят во Вселенной, они связаны с Солнцем. То есть это было начато предыдущего, да? То есть мы сейчас продолжаем, что-то я восстановил, он здесь продолжает это. И я еще раз приведу это письмо. Шрила Прабхупада в своей Пхидамадаре, ответственный за проповедь ученым, он говорил, если бы вы, ученые, попытались на основе научной модели космоса, данной Бхагаватам, понять глубже фазы, лунные смены дня и ночи, времен года и другие феномены, то это была бы очень замечательная проповедь. Прабхупада очень хотел это. Итак, здесь такой санскрит безразмерный, непонятный. Мы попытаемся прочитать. Шишука увача Итава эва Бхувалаяся Санимиша Прамана Лакшаната Вьябхятах. Привод, кто желает? Кто следующий? Шукадева Госвами сказал. Итак, я назвал диаметр этой вселенной 50 коти йоджан и в общих чертах описал ее устройство. Эти сведения исходят от великих мудрецов, знатоков вед. Итак, здесь Шукадева Госвами, он сразу ссылается на авторитет. Великие мудрецы, Кави, он говорит. То есть парампара. Да, то есть, и здесь точные цифры, да, которые с помощью научного эксперимента невозможно измерить. То есть нет таких приборов, нет таких телескопов, которыми можно измерить 50 коти йоджан, да? То есть это 6,5 миллиардов километров. Поэтому только сведения исходят от великих мудрецов, от Риши, от Кави, через Парампару. И это только единственный авторитетный способ познания, да? Через Сампрадаю Шабдабрама. Следующий текст.
пшеничное зерно состоит из двух половин. И зная размер нижней его части, можно без труда определить размер верхней. Подобно этому опытные астрономы говорят, что если нам известны размеры нижней части Вселенной, мы можем определить и размеры верхней ее части. Пространство между средними и райскими планетами называется Антарикшей, космическим пространством. Там верхняя часть земного царства граничит с нижней частью райского. Размеры нижней части и размеры верхней части совпадают, как можно догадаться, да? из этого утверждения. Так как имеет форму, написано мандала манам, размер шара мандала. То есть есть разные термины к этому. Браманда, анда, анда голока, мандала манна. То есть это указывает на сферическую форму. Солнце в Антарикше, небо в космическом пространстве. Антарикша — это значит пространство между. То есть одно половинка и второе. Все, ну, четко занимается. Третий читать будешь? Третий можно читать, понимаете? Читайте. В середине этого космического пространства Антарикши сияет великое и могущественное Солнце, царь всех светил. Оно дает тепло и свет всем небесным телам, начиная с Луны. Своими лучами оно согревает Вселенную и поддерживает в ней жизнь. Кроме того, солнечный свет дарует всем живым существам способность видеть, когда Солнце, подчиняясь воле Верховной Личности Бога, движется в северном полушарии или в южном, или пересекает экватор, его движение называется соответственно медленным, быстрым или умелым. В зависимости от перемещений Солнца, когда оно поднимается над экватором, спускается ближе, либо пересекает его и проходит при этом через разные знаки зодиака, начиная с Макара и Козерога. Продолжительность дня и ночи меняется. День становится длиннее ночи, короче и равнее. Все секунды? Почему? Потому что невнимательно слушаю. Здесь описаны причины чего? Смены дня, ночь, продолжительность, да? Смена, почему происходит. И Вишнача говорит такое, он объясняет, что движение Солнца по зодиакальному циклу, да? 12 созвездий, не знаю, образующий такой зодиакальный пояс. Все знают, да, астрологию, все часто обращаются, наверное, к астрологам различным, которые ориентируются на зодиакальные дома, называются раши, да? То есть вот эти, в каком доме находится Солнце, да, и Луна, от этого зависит, ну, так сказать, ваша судьба в определенный момент времени. То есть это образует зодиакальный пояс, кала-чакра, то есть он тоже называется. И Вишнача говорит такое, написывает, что в течение Утараяны, да? Утараяны — это движение по северному пути Солнца, когда Солнце, оно сбавляет скорость и восходит в небо выше, да? То есть мы знаем, он движется по колеснице, вернее, по горе и на колеснице на своей, то есть оно восходит, ну, нам колесница не видно, просто видно шарик, он идет, раз, пошел вверх, и замедлилась его скорость. Ну, это умение, почему нужно. Наше восприятие не позволяет. То есть оно проходит за большее время, скорость замедляется, и Солнце проходит через 6 зодиакальных знаков, начинающихся с Макары. Макары — это Козерог, да? Каприкон. Макара Санкранти у нас была, да? То есть это когда Солнце входит в Козерог. Благоприятный момент, когда в медической культуре много обрядов ему посвящено. То есть это хороший день. А в этом году было 15 января. Кто-то воспользовался возможностью получить пуни, пуни-аснану.
все здоровы. Арина. И, соответственно, это делает день длиннее, а ночь короче. Да, то есть вот это вот, ну, вот эти, так сказать, фазы движения Солнца, они делают периодичность различную. Да? И затем движение дакшинайана, то есть когда Солнце, оно наоборот ускоряется, и оно не сходит. Оно не сходит в южное полушарие. Да? И оно ускоряется, начинает двигаться быстрее как бы. То оно проходит через 6 других знаков зодиака, да? То есть в этой фазе, начинающейся с какого здесь написано? Когда Солнце проходит через Мешу, Овен, и Тулу, Весы. Не-не-не, стоп. Это следующий текст, мы еще это не закончим. Спасибо, сейчас начнем. Придержите, пока все. Начинается с Рака. Рака. И это делает день короче, а ночь, соответственно, длиннее. Да? То есть меняется продолжительность ночи и дня. Или фазы. И также еще, ну, на этом не заканчивается, есть также средняя скорость. Да? То есть не быстрая, не медленная, а есть средняя скорость, которая дает равноденствие, такую периодичность одинаковую, то есть дня и ночи. Когда Солнце двигается через, кто заметил, через что? Экватор. Овен и Весы. Угу. То есть Овен и Весы, Овен это на севере будет, в Уттарайане, а Весы это будет в Дакшинайане. То есть тогда равные дни и ночи получаются. Замечали? Да, Земля находится в центре. И вот за год, говорится, Солнце проходит весь цикл. Да. А как происходит тогда смена дня и ночи на Земле? Еще Земля шарик вращается. То есть они вдвоем вращаются? Все вращается. Во Вселенной все вращается абсолютно. Только одна точка неподвижная. Это Друва Лука, полярная звезда. Все остальное, все вращается, все крутится. Получается, при этом Солнце еще может вот так подниматься? Да. Вот так. И за счет этого получается, да. Как бы северное полушарие, как северное, зима или лето. То есть если оно опускается, то это лето, если оно поднимается, или наоборот, опускается, то зима. Да, там уходит дальше от Земли, плюс скорость замедляется. А скорость замедляется за счет того, что оно начинает как бы подниматься? Не обязательно. Скорость, там говорится, что скорость меняется, когда ветер дует какой-то, дакшина варта. Солнце вообще может направиться в другое направление. Иногда оно двигается, вообще оно двигается против часовой стрелки. А мы его видим, оно двигается по часовой. Заметили, да? У нас по часовой двигается. Мы видим, что оно двигается против, вернее, в Вишну Пуране, в Бхагавата Пуране написано, что оно против часовой двигается. Точнее. Дальше будет объясняться, да. И иногда оно меняет направление, оно начинает по часовой двигаться. Мы этого ничего не знаем, не видим и не понимаем. Какой-то ветер дует дакшина варта, Солнце вдруг меняет направление, и вместо левой стороны, гаримировано, с левой стороны, оно начинает с правой стороны. То есть, как бы, ну, да, так сказать, относиться к гаримиру. То есть очень много феноменов, которые до сих пор трудно объяснить, и это надо копать, это надо знать санскрит, знаете, все эти детали выудить, это довольно сложно, может быть, это, ну, не всему нам, но для проповеди это важно, да? Кто обладает, так сказать, ну, потенциалом, да? То есть немножко, ну, как бы, IQ, то есть можно свой погрузить, дорогу, так сказать, и копать. То есть, ну, это соответствует, то есть миссии духовного учителя и может нам дать продвижение даже в нашем преданном служении. Но в основном среднестатистическому, если можно так сказать, преданный не является среднестатистическим. Все. И также, ну, говорится, что здесь, что Солнце, оно находится под полным, тотальным контролем Верховного Господа Гевинды. Да? То есть Кала-чакра, то есть, хотя она названа Бхагаваном, да, величайшим из всех, могущественная планета, но тем не менее она подчиняется полностью воле Гевинды и даже ни на юг не может отклониться от своей орбиты. То есть, одним словом, Шрила Прабхупада говорит, Господу подвластно все в этом творении.
Даже травинка не шелохнется. Я чакшу эва салита сакала гахана. Я ся самаста сура самбита. Кала чакра. Кала чакра — это движение солнца по орбите. Текст номер 4. Читайте. Когда солнце проходит через Мешу, Овен, и Тулу, Весы, день равен ночи. Когда оно проходит через пять знаков, начинается и Шакти, то есть Телец, продолжительность дня сначала возрастает, пока солнце не пойдет в знак Рака, а затем постепенно, примерно на полчаса в месяц, уменьшается, пока день опять не станет равным ночи. Это когда солнце находится в весах. Все поняли? То есть описание дальнейшего движения солнца по зодиакальному циклу. Если это надо, ну опять же мы это проходим, то есть я скажу два слова буквально. Что опять же здесь равенство описано, умывание и возрастание дня, да? То есть и ночи, в зависимости от пути солнца, да? То есть есть дакшинайна первое. То есть равенство — это когда солнце проходит через Мешу Овен и Тулу Весы, день равен ночи, да? Затем возрастание дня, когда оно идет через пять знаков, начиная с Тельца, то есть оно пошло по южному. После весов пошло, вернее, Телец — это равно, потом пошло на убывание, да? Не, на возрастание. Потом убывание солнца, когда в знак Рака входит, равноденствие и убывание. Да? И пока день не станет равным ночи, когда солнце находится в весах. То есть вот эти фазы, да, то есть равенство, убывание, возрастание. То есть это дакшинайна. В четвертом описан путь, южный путь движения солнца. И вот пятый следующий описывает Утарайну. Прочитайте следующий пятый. Когда солнце проходит через пять знаков, начиная с Вришчики, Скорпиона, продолжительность дня сначала уменьшается, пока солнце не войдет в знак Козерога. А затем, с каждым месяцем, постепенно увеличивается, пока день снова не станет равной ночи, когда солнце находится в Тулу. Да. И обратная фаза этого цикла, да, Утарайна, где движение начинается с Вришики, Скорпиона, уменьшается день до Козерога, а затем увеличивается в Козероге равноденствие, потом увеличивается и потом равенство дня и ночи уже в Овне. Да, то есть это на северном пути. Ну, эти нюансы, если нужны. Все в Бхагаватам есть. Да? Пока солнце движется в северном полушарии, продолжительность дня увеличивается. А продолжительность ночи... Шестой. Дня увеличивается, а продолжительность ночи увеличивается. Это что такое? И то увеличивается. Пока оно движется в южном полушарии. Пока солнце движется в северном полушарии, продолжительность дня увеличивается. А продолжительность ночи увеличивается, пока оно движется в южном. А продолжительность, смотрите, правильно знаки припоминают. А продолжительность ночи увеличивается, потом запятая, пока оно движется в южном. То есть дакшинайна — продолжительность ночи увеличится, а удагайна или утарайна — это продолжительность дня увеличивается. Поэтому все любят утарайна, ну, то есть день больше, ночь меньше. Это считается благоприятным движением солнца, когда надо тело оставлять для мистических йог. Кто хочет тело оставить, то есть как раз сейчас утарайна идет. Кто по своему желанию хочет оставить тело. То есть, например, Бишмадев, он делает это в утарайна. Он ждал Утарайна, лежал несколько дней на пруде Курукшетры. По-моему, месяц с чем-то он лежал. До начала Утарайна. На самом деле он Кришну ждал. Это как бы, ну, для публики говорится, что Утарайна ждал. На самом деле Кришна пришел. Он получил Дарш, он дал наставление в 9 главе 1 песни. Дал наставление Пандавам, рассказал о дхарме, о принципах дхармы. Он получил Дарш на Кришне и ушел в Самадхи. На самом деле, говорится, он вообще никуда не уходил, тело не оставлял. Он всегда был в духовной реальности. Да. Ну, никуда не надо было уходить. Ну ладно, как бы. Хорошо, это
закончился первый раздел, теперь у нас второй раздел, тексты с 7 по 16, да, у нас. Описание дневного движения Солнца. И текст номер 7 можно прочитать. Когда вы с вами продолжал. Вот, царь, как я уже говорил, мудрецы сообщают, что Солнце проходит вдоль вершины кольцеобразной горы Манасотара, описывая окружность длиной 95 миллионов 100 тысяч яджан, 1 миллиард 236 миллионов 300 километров. А тысяч. Тысяч. 300 тысяч километров. На Манасотаре, к востоку от Сумеры, находится город Деватхани, обитель царя Индры. Точно так же к югу от Сумеры находится город Самьямани, обитель Ямараджа. К западу обитель Варуны, Нимлачани, а к северу Випхавари, обитель Варуны. В каждом из этих царств восход и заход солнца, полдень и полночь наступает строго определенное время, побуждая всех обитателей тех мест приступать к своим делам, а также прерывать их. Спасибо. Описывает движение Солнца через четыре обители главных девов. Итак, оно движется на Манасотаре, на этой горе, по ее вершине, к колее. И оно движется постепенно, да? С востока первое проходит обитель царя Индры. Четыре эти полубога находятся с четырьмя этими столицами там. Деватхани у Индры, Сумеру, с юга, с южной стороны, это сам Ямани, Ямарадж. У Варуны, бога Варуны Нимлочани и Випхавари, у бога Луны на севере. Солнце проезжает все эти обители. И также мы узнаем, что Солнце на самом деле дает энергию, вдохновение всем обитателям тех мест, побуждая заниматься кармической деятельностью и также прерывая их действия, то есть когда оно, так сказать, уходит из зоны, из этой части Вселенной, то, соответственно, оно останавливает их деятельность. То есть благодаря Солнцу, Солнце регулирует, да, деятельность живых существ. То есть либо они завершают деятельность, либо они отдыхают, да, то есть прерывают. Мы знаем, все живые существа в этой Вселенной, они сюда приходят для того, чтобы совершать кармическую деятельность. На самом деле никто не приходит сюда, бхакти совершает. Да. Даже гьяну мало кто сюда приходит совершать, вообще единицы. Вообще гьяни отсюда пытаются уйти, но сюда не приходят. Только карма. То есть в основном все три вида кармы, да, то есть есть. А карма, викарма и карма. Калигу все неблагочестивы, в основном все викарму делают. Да. И солнце их обеспечивает этой энергией, то есть оно дает им эту силу, это вдохновение, да, совершать все. И Вишнуачарья Такура приводит утверждение из Вишну Пурана. Он говорит, что обитатели видят гору Меру всегда на севере. Я вам говорил, помните? То есть она на севере Вселенной, гора Меру. То есть это север Вселенной. Где бы гора Меру не была, это север. Это север Вселенной. И Вишну Пурана также говорит, что в соответствии с относительностью видения живых существ. Там, где Солнце наблюдаемо какой-либо личностью, когда оно заходит, это считается заход Солнца. На самом деле это обусловленное видение. Почему? Потому что Солнце, оно всегда на небосклоне. Оно никуда не заходит, нигде не встает. Правильно? То есть оно всегда на небе. Точно так же Кришна Лила. То есть она вечно совершается, не телила. Она никогда не уходит, да, никуда не проявляется. Просто для видения обусловленных живых существ. То есть иногда мы ее видим, последний раз мы ее видели. Кто-то видел, кто-то нет. Мы видим через шастру. Она происходила, так сказать, в этой местности 5200 лет назад во Враджа-Кумаре.
Но она идет вечно, да, Кришна-лила. То есть, как я понимаю, вот как можно, опять же, с аналогией с солнцем, да, то есть, можно так, ну, это все описать. То есть, солнце, оно в центре, да. Солнце, оно в центре, да. И оно дает свет всему. Точно так же Кришна-лила в центре, а вся, все мироздание вращается вокруг. Да? И вот иногда, или может Кришна так, вокруг мироздания, как солнце, да. Но может вот иногда в силу обусловленности видения, то есть кто-то видит ее, да, а потом она исчезает, да. Почему? Потому что видение обусловленное. То есть либо Вселенная вращается, либо мироздание, либо Кришна, как солнце, да, то есть перемещается везде. Окей, дальше направление движения солнца описывается. Девятый текст. Прочитайте следующий. А? Точно. 8-9, да, прочитайте. Любой. У кого сейчас книга открыта, читайте. Кто обитает на горе Сумеру, всегда очень тепло, как в полдень, потому что солнце все время находится у них над головой. Обычно солнце движется против часовой стрелки, навстречу зодиакальным созвездиям. Так что Сумеру остается слева от него. Но иногда под порывами ветра Дакшинаварта оно меняет свой курс и движется по часовой стрелке. Тогда гора оказывается справа от него. Когда солнце восходит с одной стороны Сумеру, то с другой стороны, в точке диаметрально противоположной точке восхода, можно наблюдать его закат. А когда с одной стороны солнце достигает зенита, то с другой стороны диаметрально противоположной точке наступает полночь. Если жители областей, расположенных по одну сторону Сумеру, наблюдают закат, то по другую сторону горы диаметрально противоположной точке закат. Закат, разумеется, не виден. Интересно. Направление движения солнца. Как мы выяснили, это против часовой стрелки оно происходит, да? То есть это нормально. На встречу с зодиакальным созвездием против, так что Сумера остается слева. Но иногда вдруг порыв ветра Дакшинаварта случается, солнце меняет направление, оно уже идет по часовой стрелке. То есть оно поворачивает обратно? Как я объяснял, да, то есть если вот, ну, Вселенная, да, и Солнце движется по ней, по большой орбите оно движется, да, оно движется против часовой. Но сама бы мандала, она едет по часовой. Ее скорость быстрее, чем Солнце, которое движется против часовой. Поэтому бы мандала Солнце подтягивает, поэтому она получается тоже по часовой. Понимаете? То есть она движется туда, но бумандала ее тянет сюда. Поэтому она уходит сюда. Поэтому мы видим, что он движется в этом направлении, на самом деле движется в том направлении. Но опять же, ну, вопросы почему, я не отвечу. Это уже план, который учитывает все остальные другие детали, которые мы, может, сразу не видим. То есть такой феномен происходит, поэтому без комментариев. И, как говорится, те, кто обитает на горе Сумеру, они всегда чувствуют, что им тепло, то есть всегда полдень, солнце находится все время над головой, то есть там хорошо, хорошее место. Комфортно. Комфортное место, да, то есть солнце никогда не заходит, знаете, например, вот, по-моему, в 2016 в Москве было несколько минут, в декабре было несколько минут солнечного света, в декабре, всего лишь несколько минут за месяц, за декабрь. Например, в Англии, там говорится, солнце никогда не восходит, там все время тучи. То есть, как бы напряженка, да, с солнечным светом у нас. И говорят, что в Прибалтике там это самый высокий уровень суицида в мире, суицидальных случаев. Почему? Потому что там солнечных дней мало. Это влияет на сознание, знаете? Дней мало. Солнца нету, люди думают, да, все, безнадега, все, не хочу жить. И все. И сдернулся. Да, то есть это влияет. Ну, опять же, на тех, кто не обладает знанием.
понятно, что это может послужить фактором для того, чтобы... То есть вот такие вещи, да. А те, кто живет на Сумеру, там все хорошо. Там солнце никогда не заходит, всегда в полдень, всегда над головой, всегда тепло. Я не успею. Для души вообще не свойственно спать. Ну, может, там отдыхает как-то, я не знаю. А хотели бы туда отправиться? Хорошее место. Но не для простых смертных. То есть на горе Сумеру расположено 9 городов главных полубогов. Где в центре находится Брахмапури. То есть это главный город, это Брахма. Там живет главный, так сказать, Ишвара этой вселенной. Его окружает по периметру 8 других городов, главных полубогов. Вот здесь в Пуранах упоминается такой стих, где говорится: Мирау Нава Пуранис Сьюр. То есть это города полубогов на Меру, Нава Пурани. То есть 9. Да? И там перечисляется. Город Брахма называется Манавати, иногда Брахмапури. А также есть города Индры, Амаравати. Есть Агита, Джавати, Самьямани, Ямараджа. И также еще города Кришнангана, Шадхавати, Гандхавати, Махадая и Яшовати. И такие полубоги, как Ваю, Кувера, Чандра, Ишана и Нирити. То есть это вот эти главные полубоги, которые управляют Вселенной. Они отвечают за направления, за главные. И они отвечают за, так сказать, за все остальные дела Вселенной. А Ишана это Шива. Если уточнить. То есть это шикарное место. То есть, да? Вот смотрите. То есть там климат, знаете, то есть одна из форм страдания это адхи-дайвика клэша. Да? Когда климатические условия, катаклизмы, там, условия существования становятся невыносимыми. Да? Например, когда лето очень жаркое, да? Или холодное, например, да? А зима наоборот. Ну ладно, теплая зима неплохо, вот, но холодная. То есть вот эти катаклизмы, да, то есть они как бы угнетают живое существо. Да? Порой до такой степени, что и повторять Харе Кришна не хочется, да. А там, где идеальные условия, всегда мы ищем идеальные условия. Да? То есть на нашей земле, говорится, самое идеальное место, знаете, где? Кто-то знает? Гавайи. Гавайи, да, говорят Гавайи. То есть там идеальный разбег параметры температуры, 5 градусов она колеблется. Больше никак, ну, может, сейчас чуть-чуть больше, там, Кали-Юга, аномалии пошли. Вообще 5 градусов туда-сюда. То есть всегда зафиксировано. Одинаково, сезон дождей там минимальный, то есть там солнышко, умеренная погода, никогда не жарко, чрезмерно и не холодно. Да? То есть теплый океан, да. Ай, красота, да. То есть, ну, на горе Сумеру там вообще условия, ну, максимально идеальные. Поэтому мы не вдохновляем туда отправляться. Так как, знаете, это все, это, как говорят наши ачарьи, вот, например, Прабхатхананда Сарасвати, он говорит, что это роскошь, которой окружены полубоги, да, то есть вот эти золотые шлемы, эти все украшения, это все, он говорит, не более чем мираж. Тридаша пура каша, пушпаята. Он говорит, это не более чем мираж. Преданного такие богатства нисколько не привлекают. Единственное желание преданного это что? Стать пылинкой в лотосных стопах. Так говорит Ачарья. Хорошо. Следующий текст, 10. Перемещаясь от Деватхани к обители Индры. Да, сам Ямани к обители Иванаки. Солнце проходит расстояние 23 миллиона 775 тысяч джа. Что значит 3 миллиарда? 309 миллионов 75 тысяч километров за 15 часов. Вишнача говорит, Такуру надо расшифровывать, что обычно гатика это 24 минуты, каждая гатика, 30 гатиков получается 12 часов, но иногда это может быть принято за половину этого количества,
Поэтому 12 минут, соответственно, 30 градусов 6 часов. То есть это мера времени, вычисления времени. То есть разные, они описаны параметры в шестой песне, да? Шкалы времени. 11 следующий. От города Ямараджи солнце движется неумолчание, обители Варуна. Оттуда Бипхавари, обители Бога Руми. А потом опять городу Индры. Подобным же образом Луна и другие звезды и планеты восходят в небе, а потом заходят и снова становятся невидимыми. Здесь Шрила Прабхупада опровергает теорию западных ученых, согласно которой каждое небесное светило является самостоятельным солнцем. Да? То есть, знаете, да? То есть, об этом обычно ученые. То есть они исследовали солнце, да, то есть и они как бы присвоили его качество всем остальным планетам Солнечной системы. Да? То есть, ну и таких много разных подобных домыслов, да, и разных гипотетических вот этих, ну, измышлений есть ученых. То есть, ну, это не подтверждается верно, то есть Бхагавад-гита говорит, что Кришна там говорит, Накшатра намахам шаши, да, то есть среди звезд я Луна. То есть это звезда, это не Солнце. То есть Луна одна из звезд. И ведические писания говорят, что Солнце всего лишь одно в каждой Вселенной. То есть одно в каждой Вселенной. Не 10, не 100, а оно одно. Вселенная. Говорится, как песчинок на берегу океана, как горчичный зерен в мешке. Ну, другими словами, бесчетное количество. И может быть еще больше. А может быть в два раза больше. А может быть еще бесчетное количество раз больше этого бесчетного количества. То есть бесконечность. То есть, понимаете, вот как бы, ну, как понять это, да, что наши мозги не фиксируют, то есть это число. Они не могут охватить эту величину. Живя в пределах времени, мы не можем этого ощущать. Мы не можем как бы соприкоснуться с этой реальностью. То есть мы заперты во временных параметрах. Но душа на вечности живет, даже сейчас. Просто обманутая умом и навязанная вот эти вот, ну, как бы, шкалы времени нам. Но мы живем в вечности, понимаете? То есть тут тело где-то, ум на нас, тут время нам повесили. Понимаете? Все, мы обусловились. Это что мощность души равна 300 солнца. А, мощность? Да, души, вот такая же мощность, как 300. Откуда, в какой шастре? Ну, ты не знаю, что там не говорил, но... 300 солнца. Я что-то слышал, что... 300 солнца. Я слышал такое высказание Прабхупады, что душа, она настолько могущественна, что она может уничтожить всю Вселенную. Ну, как бы мощность души, да? Если можно так назвать. То есть 300 солнца, я не знаю, такого не слышал. Мне надо источник. Можно попросить? Что? Через микрофон вопрос, который задают, потому что ответ идет, а о чем речь? Непонятно. Нет, ну даже микрофон надо дополнить. Нет, вообще. Ну, громче. Скажите куратору, менеджеру курса. Я слышу, когда не слышит вопрос. Нет, так мы же не сможем микрофон носить, надо второй тогда. А просто повторить. Просто повторить. А, повторить? Да, через микрофон. Вопрос, мощность души 300 солнц. То есть правда ли это? Есть много разных домыслов ученых, там, например, теория о разбегающемся пространстве, что Вселенная убегается, галактики, они говорят, галактики убегают, расширяются. То есть сначала была, ну, как это, точка сингулярности. Сингулярности, да. То есть изначальная, ну, вот эта точка, откуда, так сказать, произошел этот взрыв, да. То есть Big Bang, это взрыв, да, то есть это теория Big Bang. И, то есть они до сих пор разбегаются, они разбегаются, разбегаются. То есть есть разные теории. То есть я когда пытался высмеять какую-то теорию, то мне сказали, на самом деле ты ее не знаешь, если ты ее почитал, она настолько сложная, настолько навороченная, чтобы ты, ну, у тебя бы не хватило аргументов ее опровергнуть. То есть там, знаете, там все не закручено, все не так просто. То есть чтобы их опровергать, надо тоже, ну, эти все сложные ходы, понимаете, ну, так сказать, для их удовлетворения.
поэтому, то есть светило одно, да, то есть, и каждая вселенная, а также, ну, как бы мы не можем видеть другие вселенные, других солнц, другие звезды. Почему? Потому что вселенная закрытая единица, то есть это полностью автономная, закрытая, то есть оболочки такие, ну, что те параметры, которые даются, да, эти оболочки, то есть каждая превосходит внутреннее пространство, первое превосходит внутреннее пространство в 10 раз сразу. То есть если внутренний радиус 6,5 миллиардов, то сразу другая идет, 65 миллиардов оболочек. А вторая превосходит ее в 10 раз, 650 миллиардов, то на триллион идет. И так 8 оболочек, представляете? То есть если взять, ну, аналогию такую, положить горчичное зерно, а потом взять, провести радиус вокруг в одну милю, вот это горчичное зерно, это будет пространство внутри Вселенной, а эти, вот это вот расстояние между зерном и крайней линией, это будут оболочки. Представляете, где мы живем? То есть это такие, ну, наслоения материи, понимаете, мы там внутри заперты в этой Вселенной. Тут еще половину воды, понимаете, еще остается 14 миров, куда нам туда не пускают, сюда не ходить, туда визу надо, продлять надо визу, тут, понимаете. То есть тут взятку давай, что. То есть поэтому, ну, вообще мы в такой тюрьме живем, материальное существование. Неестественно для души. Душа, она любит, понимаете, свобода, простор. То есть куда захотела, туда полетела. То есть вообще не любит, ну, вот эти гири материальные таскать за собой. То есть эти элементы, панча махабхуты, знаете. То есть, знаете, как узники, ну, в тюрьмах раньше, такие шары чугунные на цепях, да? Чтобы узник, ну, типа такого наше тело, вот это, на душе, знаете. То есть, понимаете, мы таскаем эти гири. А душа, она свободна, она парит, она летит куда хочет. То есть, единственное, что эти гири удерживают, это наше ложное эго. То есть, вот это наше ложное эго, оно с этими гирями, так сказать, ну, неразрывная связь, хридая гранха, то есть, это цепь. То есть, это узел сердца. А, пожалуйста, лети хоть сейчас. Санкаршана позволяет. Санкаршана — это тот, кто всех притягивает. Санкаршана устраивает закон гравитации. Но каким образом? Он притягивает только материю. И вот если есть у души материя, хоть чуть-чуть, хоть оттеночек материи на душе есть, она уже не может свободно парить. Она санкаршаной притягивается сразу. А закон гравитации срабатывает. То есть если, ну, оставить всю материю, сбросить себя, да? Что не так просто. Да? Следующий текст, 12-й. Так колесница Бога Солнца, которому выражают почтение словами «Ом Кур Бувак Свах», за что он носит имя Траимая, объезжает эти четыре города со скоростью 3 800 йоджа. То есть здесь с этого стиха начинается подраздел, он состоит из 4 стихов, который описывает колесницу Бога Солнца, ее скорость, ее размеры, ее параметры. То есть, ну, это очень колоссальное, это такое захватывающее ум описание. То есть мы его сейчас постараемся быстренько прочитать. То есть здесь скорость дана, да, то есть 44 миллиона 210 тысяч километров мухурту. Мухурт — это 44 минуты, да? Сколько мухурт? 46. То есть это скорость в мухурту 44 миллиона километров. То есть можно, кто силен в арифметике, посчитать, сколько в минуту, сколько в секунду скорость Солнца. Получается. То есть миллион — это в минуту скорость, да? Нормально, да? Ну и в секунду, соответственно. А в час, если получается, в час больше 50 миллионов. То есть мы любим считать в час сколько скорость. То есть более 50 миллионов в час. Скорость Солнца. Колесница. Она так медленно движется, Солнце. Мы даже не видим, мы даже нашему глазу незаметно. Да? 50 миллионов в час движется, более 50.
Сейчас будет скорость нашего вращения. Да, но оно движется, скорость нашего вращения, тут оно замедляется. То есть. Потом ветер подул, оно пошло в другую сторону. Мы не знаем этих вещей. И поэтому мы поклоняемся Солнцу, мы, оно носит имя Траимайи. Почему? Потому что оно освещает три мира, Бур-Буа-Свах. Иногда говорится, что оно олицетворяет три веды, Рих, Сама, Яджу. Отсюда это имя. Почему? Потому что у нас Сурья Нараяна связано с Господом. 13-й, пожалуйста. У этой колесницы всего одно колесо, называемое Самбатса. 12 месяцев, это 12 спиц этого колеса. 6 времен года, это 6 частей его обода. А 3 периода Чатурмаси составляют его ступицу. Один конец его оси опирается на вершину Сумеру, а другой, на котором закреплено само колесо, на гору Манасоттара. Это колесо постоянно движется по кольцевообразной Манасоттаре, подобно колесу маслебойной машины. Спасибо. Итак, описание колоссальной этой космической колесницы. У меня есть наглядная иллюстрация в книге. Может кто-то сдалека не увидит, можно будет подойти позже. Вот здесь вот такие есть колесница с одним колесом Бога Солнца. Еще опирается. То есть колесо называется Самватсара, это Кала-чакра. Яся, Джная, Брамита, Самбрита, Кала-чакра. Это колесо олицетворяет время. Да? То есть ее спицы дают определенную градацию. Да? То есть там говорится 12 месяцев, это 12 спиц, 6 времен, 6 частей его обода, а 3 периода это Чатурмаси, да? То есть по 4 месяца. И то есть ее конструкция необычная очень. Но, говорится, напоминает маслобойную машину. Кто видел маслобойку? Традиционную индийскую, наверное, она вот так и выглядит. То есть интересно посмотреть. То есть получается одна ось, она горизонтальная, да? Эта ось, закреплена на самой горе Манасоттара, да? А другая ось, она ложится на гору Сумеру, которая высотой в 1 000 000 километров. То есть получается, ну, как бы, вот одна горизонтальная, а другая сюда. И она короче другой в 4 раза получается, да? Из-за того, что гора высокая. Следующий 14-й, мы начали читать, да? Мы 13-й, 14-й. Это ось, так же, как и маслобойные машины, соединена с другой осью, которая короче ее 4 раза. Ее длина 3 967 500 йоджи, или 51 180 500 километров. Верхний конец второй ось веревкой резко привязан к головке. То есть веревками привязаны, да? В Друва-Локе, воздушная веревка ветра, называется Гуна-Праваха. Это веревки, которые привязаны на самом деле все планетные системы. Они привязаны. Каждый объект во Вселенной привязан веревкой. И он соединяется с Друва-Локой. То есть иногда вот так вот он показывает такую вот иллюстрацию, где полярная звезда в центре, и вот такие, знаете, такие лучики тянутся к каждому объекту. То есть вот это вот Гуна-Праваха, это веревки, которые связывают каждому. И получается такой как шандалир, такая люстра. То есть вот космический ведический планетарий в Майпуре, он будет в форме люстры сделан. То есть где такие веревочки каждому объекту, и все это крутится вокруг полярной звезды. То есть люстра называется. То есть такой ночничок, такая люстра, знаете, дневной свет, ночной. То есть. И здесь конструкция ее, да, и... То есть представьте, да, все они упряжены, то есть как бы, ну, это приводится такая аналогия, что как бык в упряжке, да,
продетая в ноздри, да, эти веревки. То есть все идут по, этой, по этим орбитам, то есть все движутся, то есть вокруг, да. Пахта – это кармическое поле. Оно уже сделано, но это в 22-м будет только божество Радха-Мадхава приедет, а сама эта презентация будет позже, я думаю, ее так, не так просто будет воспроизвести, но уже есть анимация, можно посмотреть. Окей, тут даются размеры этих осей, вам это не очень интересно. Пришли наши, говорят, как уже писают. Дальше 15-й. Длина колесницы, на которой путешествует Бог Солнца, 3 600 000 ёжин, а ширина в 4 раза меньше, 900 000 ёжин. Имена лошадей, ведущих колесницу, соответствуют названиям 7 ведических стихотворных размеров, Гаятри и других. А водичего зовут Арунадева. Он запрягает лошадей в упряжь, ширина которой тоже 900 000 ёжин. Здесь интересное описание размера этой колесницы. То есть это вообще колоссальная такая колесница. 3 600 000 ёжин. То есть, соответственно, можно посчитать, да? Умножить на 13 будет уже 40 с чем-то, да? 49, 50 миллионов получается, да? Километров. Колесница, да? Да. 50 миллионов. Какой живой? А ширина в 4 раза меньше, 900, то есть 1 миллион практически ёжин. И упряжь, размер этой упряжи 900 000 ёжин. Это 13 миллионов километров. Да? Имена лошадей. Это размеры. Стихотворные размеры Гаятри, да, то есть мы знаем, есть разные вишнупрани описываются именно этих лошадей, здесь зовутся Гаятри, Брихати, Ушни, Джагати, Триштуб, Ануштуб и Пангти. Все знают Гаятри такой размер, да? И описывается также возничий, да, Бога Солнца, этой колесницы, его зовут Арунадев. В нашем видении Аруна – это заря, утренняя заря. Вот когда заря восходит, то есть сначала мы не видим Солнца, мы видим зарю. Правильно? Солнца еще нет, а уже светло. То есть вот эта заря – это Арунадев. То есть это его колесничий, это его вахани. Вахани. Знаете, если в храм Сури куда-то зайдешь, вот, ну, в Индии, то там стоит вахани, это транспортное средство, ну, перевозчик, да, его. Аруна Стамба стоит. Знаете, как в храмах Вишну стоит Гаруда Стамба напротив Вишну, да? То в храмах Сури стоит Аруна Стамба. Вот в храме Джаганатхи есть, ее перевезли из Конарка, там где изначальный храм Солнца был, там стояла эта колонна с чистого железа, такая, да, интересного такого материала. То есть получается, это Аруна, он вахани для Сурии, да? Точно так же, например, для Вишну Гаруда, для Брама это Хамса, да, то есть для Ганеша там Мушуна, а для Бхакти Деви кто? Бхакта. А кто же для Бхакти Вахани? Кто же Бхакти? Бхагавадгите, кто для Бхакти Вахани? Сам Кришна. Сам Кришна, он извозчик, получается, Бхакти. Бхагаван извозчик Бхакти. Да? А Бхакти Деви, она ездит на Бхакти. У Бхакти тоже есть Вахани. И эту смиренную позицию занимает Кришна. То есть он вечный колесничий своего преданного Арджуны. Давайте еще 16-й. Арунадева сидит перед Бога, Солнца, и правит лошадьми, но смотрит при этом назад, на Бога Солнца. Да, здесь описание интересно, да, что его посадка нетрадиционная. То есть он сидит впереди, но смотрит назад. То есть это обозначает, что, что на самом деле Аруна, он смотрит не на направление, куда ехать, а он смотрит на своего повелителя, который сам отражает, так сказать, истину и путь. Да?
на него, смотря на него, он понимает, куда надо ехать. То есть, таким образом, да? И в Байопуране говорится, что кони движутся против часовой стрелки. Еще раз повторяю. И 17 текст начинает третий раздел, здесь три текста буквально, с 17 по 19, описывает Валакхили и поклоняется Богу Солнца. Давайте прочитаем 17. Перед Богом Солнца всегда стоят 60 тысяч великих мудрецов, Валакхилиев, каждый из которых ростом с большой палец, и славит его изысканным маленьким. Ну, это история Махабхараты, если кто-то, может, помнит. То есть там были такие мудрецы, они молились с большой палец, 60 тысяч, и они совершали аскезы. И однажды они утонули среди телячьего копытца. Индра над ними насмехался. И тогда, чтобы спасти их, пришло какое-то воплощение Бога. Я не помню кто. Какая-то инкарнация. Может быть, Хаягрива, но не буду точно утверждать. И, то есть там эта подробная история описана в Махабхарате. То есть это известные личности. Они даже имеют свое место в Гомате. В корове есть все полубоги, знаете, Брахма, Ши и Валакхили также есть. 18-й, прочитайте. А еще 14 спутников Бога Солнца, с числом мудрецов, Гандхарва, Апса, Нагов, Якши, Ракшаса и полубогов, разбившись по двое, непрестанно совершает обряды поклонения Верховному Господу в образе великого полубога Сурья Деви, у которого множество имен. Каждый месяц они обращаются к нему под новым именем. Такое величественное поклонение описывается Богу Солнца. У него есть разные спутники. То есть здесь 14 основных, которые из числа разных возвышенных личностей, да? Здесь вспоминаются даже мудрецы, то есть мудрецы, они, то есть подразумеваются выше, да, то есть по положению, это Валакхили. Остальные все Упадевы, да, Гандхарвы, Апсары, Наги, Якши, Ракшасы, даже Ракшасы. То есть это Упадевы, которые живут на Буварлоке, то есть это тот уровень, где Солнце находится, в Антарикше, то есть в этом среднем пространстве, да, Упадевы, то есть они подчинены полубогам. И, то есть, повторяет его 12 имен, и они устанавливают, интересно, сроки выпадения, дожди, снега, да, то есть, похолодание, потепление. То есть, Россию они не забывают, заметьте. То есть, у нас все с этим в порядке. Они устанавливают вовремя. И часто, я смотрю сейчас в это время, особенно часто, да. Хорошо, 19-й, последний текст, и мы заканчиваем на этом главу. Давайте прочитаем. Кто сейчас? Вот царь Парикшит, совершая оборот по своей орбите, пролегающей через Бхумандалу, Солнце проходит расстояние 95 миллионов 100 тысяч йоджам, 1 миллиард 236 миллионов 300 тысяч километров, со скоростью 2000 йоджан и 2 кроши. Это 26 тысяч и 5 километров в Кшану. Да. Итак, скорость движения нам написано, все тут нам дано, все параметры, все характеристики движения. Итак, на этом заканчивается комментарий Бхактинада. 21 главе, 5 песня Шримад Бхагаватам называется «Движение солнца». Шримад Бхагаватам ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай, Нитай Гоура Примананья. Поздравляем всех с окончанием 21 главы. И с чистой совестью можно начать со следующего.